Я говорю о подъеме патриотизма, о возрождении милосердия. И несмотря на кризис, в который мы все сейчас попали, количество людей, которые хотят помочь людям, которым хуже, чем им, оно не становится у меня меньше. Относительно второго вопроса, вопрос, конечно, ответ, конечно, да. И хотелось бы, чтобы так было в любом государстве. Все 10 заповедей соблюдались, это мое мнение.